Слушай, друг, у тебя хорошие глаза. Сразу видно, что хороший человек. Там хороший парень погибает. Он его пальцем не трогал. А этот нехороший справку купил. А адвокат совсем маленькая девочка. Ей куклы играть. Что делается? Как человеческий судьба доверяют? Пойдем. Ты тоже свидетелем будешь. Дополнительно. Не могу. Я отец адвоката. А вы? А я муж. Она нас из зала выгнала. Стесняется. Хачикян! А! Свидетель Хачикян! Я вас что, должна по всей Москве искать? Слушай, вы сами сказали, свидетели, удалитесь.